Ну, на самом деле, обращение Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию я не смотрю. Я не трачу очень много времени, к сожалению или к счастью, на политику, потому что тогда можно с утра до ночи смотреть по всем каналам и следить, кто что сказал. Я основные какие-то тезисно смотрю новости, конечно, минут 15-20 в день я этому уделяю. Но общие картинки, где вот общие какие-то информации есть, что в этот день произошло в мире, что в этот день конкретно случилось в нашей стране. И тезисно, потому что целиком все слушать это невозможно. Тогда не будет возможности делать свою работу, которую, ради которой мы в этот мир пришли. Каждый же пришел своей функцией, своей задачей в этот мир, и поэтому надо четко сфокусироваться и делать хорошо свою работу. Тогда страна будет жить в другом мире, в другом качестве и в другой ситуации. А Владимир Путин, он должен делать свою работу, что он, я думаю, и делает.